На этом сборе, пожалуй, самый сильный спарринг команды все-таки первой лиги, пусть аутсайдер первой лиги, но тем приятнее выиграть, хотя качество поля не позволяло, в общем-то, так показать содержательный футбол. Мы в какой-то степени умышленно упростили игру за счет длинных передач на вызванных форвардах, за счет подбора, в общем-то, стандартных положений пытались очень излишне. В итоге удалось, заработали пенальти, и, в общем-то, где-то на подборе выиграли мяч, и закончился результативный удар. Ну, еще раз говорю, что содержание говорить пока сложновато, все равно качество поля не позволяло играть, тем более на фоне нагрузок, в общем-то. Но, тем не менее, приятно, результаты, приятно, в общем-то, отношение ребят к работе, и, в общем-то, как говорится, и во втором тайме вышли игроки, которые усилили игру, что, в общем-то, говорит о том, что резерв полноценности, с учетом, что у нас еще не все игроки, кажется, так сейчас полностью в строю, и имеют разную степень готовности, в общем, тоже надо учитывать. Дубровин, на том сборе только провел одну игру, появился Сальников тоже, еще не в оптимальной кондиции, но, в общем, произвел хорошее впечатление, Ферров, который, в общем, создает давление, создает напряжение ворот соперника, обладает качеством зацепиться за мяч, в общем-то, этими лидерскими качествами, что, в общем-то, радует. Александр Иванович, в целом, тем, как проходит сейчас этот тяжелый сбор Кисловодска, довольны? Ну, в качестве полей, но я осознанно знал, в общем, примерно уровень, какие будут поля. Основная задача у нас здесь, в общем, функционально подготовиться. И мы даже, несмотря на то, что сегодня была игра, завтра будут двухразовые тренировки. В общем-то, ту программу, которую наметили, отступать не будем. Это, в общем-то, потому что сезон – это основной критерий, показатель работы, это основной сбор, где, в общем, закладывается фундамент. И последний сбор, там уже будет технико-тактические взаимодействия, и, в общем-то, игровой цикл будем соблюдать. И, в общем-то, определился, в общем-то, какой-то степени состав. Это обоим игроков, которые, в общем-то, будут в сезоне. Дальнейшие планы по игровой программе пока без изменений. 5 числа играем с Тереком. 5 Терек 2 и 9 играем с Костромой. С Костромой, да.